У магазинах у разгары продаж новогоднего ассортимента от елочных цацок до сувениров. Охотно набывают штучные елки и сосны, это довольно зручно, а лишь елочные базары так само популярны. Так, древо вышиной до метра будет каштовать от 10 до 20 рублей. Двухметровая елка до 26 рублей и древо до 3 метров от 15 до 30. А уже завтра на Кастрычницкой площади для Палаца спорту разгорнется традиционный колядный кермаш.